Однажды мама задала любопытный вопрос. Интересно, а кто ночью ходил на кухню и забыл выключить свет? Это я! Захотела попить и пошла на кухню. Я подумала, вдруг еще кто-то захочет попить. Придет на кухню, а там уже светло. А если ночью никто больше не придет на кухню, свет будет гореть зря. А это что, плохо? Конечно, мы должны беречь электричество. Вы знаете, откуда оно берется? Нет! Электричество создает электростанция, которая посылает его по проводам в каждый дом. Чем больше всего включают, тем больше тратится электричество. И если электричество будут тратить слишком много, то электростанция может сломаться. Сначала котята выключили свет везде, где он был не нужен. На панели управления есть кнопки, отвечающие за свет, воду и тепло. Итак, свет выключен во всем доме. Лампочки, что ли, перегорели? У нас нет ни света, ни горячей, ни холодной воды. Даже не знаю, как теперь готовить суп. Так вот в чем дело. Пойду включу его. Мы просто хотели побольше всего сэкономить, но у нас ничего не вышло. Котятки, мы очень ценим ваше старание, но экономить это не значит не пользоваться вообще. Просто надо пользоваться бережно. А я повешу на кухне датчик движения. Он будет включать свет, если кто-то входит, и выключать, когда никого нет. Вот так котята поняли, что...